Всем привет, с вами старый добрый Макс. Ну как старый? Старее, чем вчера. На один день, конечно. Но еще не старик. Сегодня реально интересное видео. Не буду вас долго томить вступлением. И, пожалуй, начну. Так что погнали. Неоднократно мне приходилось видеть в социальных сетях посты на стене кого-либо вот в таком духе. Порекомендуйте мне какой-нибудь фильм. Или что можно посмотреть на выходных? Какие будут ваши предложения? Ну вы поняли, вот в таком духе просьбы и вопросы неоднократно приходилось видеть, я думаю, каждому. Уверен, дорогой зритель, что и ты даже был бы не против. В свободное время посмотри какой-нибудь интересный, увлекательный фильм, чтобы залипнуть по полной программе. И так, чтобы уж на весь уикенд. Чтобы не просто посмотреть фильм на 1.5-2 часа и все. А так, чтобы на все выходные залипнуть. Вот сюда присяду и посижу. Вот сегодня я и порекомендую вам, как можно выпасть из социума на весь уикенд. Хорошие люди закачали мне на жесткий диск целый сериал. Все 4 сезона и заключительную серию сериала Prison Break. Переводится на русский, это «Побег». Точнее говоря, «Побег из тюрьмы». Я еще не досмотрел весь сериал до конца, но уже решил записать это видео, потому что я еще не знаю, чем там все закончилось, и не смогу раскрыть вам всех карт. Тем самым я не испорчу вам интригу от просмотра этого сериала. Я сам пока заинтригован. Знаете, я такой сначала подумал, ну по одной серии в день буду смотреть, надолго растяну удовольствие от просмотра. Но от просмотра первой серии в первом сезоне не могу оторваться уже целых 3 дня, потому что оторваться невозможно. Фильм настолько крутой, умный и захватывающий, что он просто поглощает. И оторваться от этого сериала невозможно. С чем можно сравнить этот фильм, спросите вы? Знаете, я так скажу, что-то подобное я видел в сериале «Во все тяжкие». Сериал «Во все тяжкие» — классный сериал. Многие его смотрели, я тоже. Но я считаю, что сериал «Prison Break» намного круче. Так, на что похож фильм Prison Break, я уже сказал. А вот на что он не похож, надо подумать. Ну вот, например, как-то несколько лет назад показывали сериал «Остаться в живых». Помните, там на острове после крушения спаслись люди. Полная херня, правда? Так вот, фильм «Остаться в живых» на сериал «Побег» совсем не похож. Суть сериала «Побег» в том, что в Америке преступный заговор на уровне президента страны. Кучка людей этому заговору пытается противостоять. Невиновного сажают в тюрьму и приговаривают к смертной казни. Брат пытается смертника спасти и осуществляет побег из тюрьмы. Вместе с невиновным бегут и настоящие преступники, и даже целый маньяк. Ну а дальше начинается такой круговорот событий, что как бы я ни пытался вам его рассказать, я бы не смог этого сделать. В сериале все так лихо закручено, что головоломка кубик Рубика будет полной легкотней. Реально, короче, интересно. Теперь про качество съемки. Сериал снят не как мыльная опера с 3 декорациями и микрофонами в ушах актеров, так как они не знают своего текста. Нет. Фильм «Побег» и каждая его серия сняты как полноценный отдельный фильм. Каждая серия по 43 минуты. Когда я решил поделиться с вами этим фильмом, то я специально даже не стал собирать про него информацию. Типа сериал завоевал много премий, Оскар и прочие. Типа, что там снимали, теперь уже звезды. Нет, я вообще про этот сериал никакой информации не собирал. Знаете почему? Потому что это для меня не важно. И даже если этот фильм не завоевал ничего, лично я даю этому сериалу лучшую премию. Я понимаю, что сериал снят не в этом году, но я-то посмотрел его в этом году, буквально сегодня. Весь сериал, как я уже сказал, мне скачали хорошие люди. Спасибо им за это. У меня фильм в хорошем качестве, с прекрасным профессиональным переводом и субтитрами. Все 4 сезона. В каждом сезоне где-то около 22 серий. Каждая серия по 43 минуты. Плюс отдельная заключительная серия. Если кто-то в Гоа заинтересовался этим фильмом, то приезжайте в гости, могу перекачать. Весь сериал весит 30 гигабайт. Если вы не в Гоа, то я уверен, что на торрентах этот сериал можно скачать бесплатно. Поэтому, если вы теперь задаетесь вопросом, перед каким фильмом можно залипнуть на все выходные, смотрите сериал Prison Break. И за все выходные вас не увидит никто, так как вам будет просто некогда куда-либо отходить от телевизора. Этот фильм поглотит вас, как вода поглотила Титаник. Я надеюсь, что от просмотра этого видео вы приобрели больше, чем просто потратили немного своего времени и немного интернет-трафика. Напомню, что меня зовут Максим Анаков, и если вы еще не нажимали на эту красную кнопку,
то пора бы это исправить. Кнопка ждет вас, нажмите на нее, и будет вам счастье. Если вы не знали про этот фильм, а теперь знаете, то поставьте мне лайк. А если вы уже знали про этот фильм, но прочитав его в названии, все равно посмотрели это видео, то большое вам спасибо. Я признателен вам и благодарен за то, что вы остаетесь крутыми. Смотрите, тут пруд. Класс. Вау, как много рыбы. Просто кишит. Смотрите, смотрите. Вау. Ладно, короче, вам объясню поподробнее, откуда тут так много рыбы. Во воскресенье здесь проходит Sunday Brunch. Sunday Brunch — это такая воскресная программа. Платишь 450 рупий и проводишь в этом ресторане целый день. Ну, как бы говорится, ты можешь тут порыбачить. Вот как сейчас вот эти люди, смотрите. Вот, как они сейчас тоже рыбачат. Порыбачить. Потом тут будет буфет, можно будет покушать. И какие-то еще дискотеки. И это все стоит 450 рупий. И еще вообще самая прикольная фишка этого ресторана — фармхаус. Фарм — это значит выращивать. И что они выращивают тут? У них тут есть пруд. Тут на пруде они выращивают вот рыб. Смотрите, во.